savu dienišķo maizi pelna toļiks. Katru dienu gandrīz 10 stundas. Tā lokot un triepjot, mēnesī viņš var sagatavot 28 tūkstošus kastīšu. Un par to saņemt no kartonāžas fabrikas 60 rubļus. Bet pilna norma ir 47 tūkstošu kastīšu. Tam spēka nepietiek. Pārāk daudz ir atstāts vecāku izsūtījumu vietā. Sibīrijā. По-латышски ты не говоришь, нет? Маленько. Я плохо учился. Не дали учебу быть. Ну так, понимать понимаешь? Понимаю, а говорить нет, не очень. Если бы у меня бы сразу по-латышски начали бы разговаривать, тогда да. А тут, знаешь, батя приехал по-русски. Так и не получилось. Мой брат тоже, тоже по-латышски не понимает. В общем-то, конечно, эта болезнь жизнь отравляет, правда? Да. Как вам сказать? Все виноват. Виновата мама-то моя была. Надо было, когда мне было годик-два, отправить в Ригу. А там на месте в Сибири врачей не было? Ничего, даже опытных врачей не было. Никаких не было. Ну, наверное, не было возможности отправить. Не знаю. Но этот вопрос я не могу сказать. Может быть, и не было, может быть, было, я не знаю. Ну, в жизни ведь бывают и какие-то светлые минуты. Ну, а когда вот ты радуешься, когда ты доволен жизнью? У меня такого еще не было никогда. Только я радостный. Только маты. Ilga kaņepe. 49. Viņu aizveda tieši no skolas sona. Tēvs bija skolotājs, ģimenei 5 bērni. Sibīrijā Ilga aprecējās ar izsūtītu vācieti. Vecāki nomira.